В Октябрьском районе Самары Ильдар Давлетшин живет уже 15 лет и принимает активное участие в жизни города. В мае он обнаружил злоумышленников, которые сливали мазутное топливо в Волгу. Благодаря его активной гражданской позиции экологической катастрофы удалось избежать. Злоумышленников вычислили и привлекли к ответственности. Самое главное, что мы живем в этом районе, дети наши в Волге купаются. Хотелось бы, чтобы было чисто, приятно всем нам. Октябрьский район находится в самом центре Самары. Здесь проживают более 120 тысяч человек. В районе 72 учебных заведения, 52 учреждения здравоохранения, 14 учреждений культуры, библиотеки областного и районного масштаба, музеи, детские и музыкальные школы. Я уверен, у нас очень большие перспективы, которые в ближайшие годы мы будем реализовывать. С 80-летием Октябрьского района Самары поздравила и глава города Елена Лапушкина. На территории Октябрьского района располагается много знаковых объектов, которые стали близки всем горожанам, которые стали визитной карточкой города. Я желаю всему Октябрьскому району развития, процветания, а жителям доброго здоровья и благополучия. Сегодня Октябрьский район Самары активно преображается. Асфальтируют дороги, обновляют дворы и фасады домов. Здесь расположились любимые всеми самарцами парки и скверы. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды в этом году в районе преобразили один из знаковых зеленых уголков Самары – сквер Фадеева. Мария Елчан, Николай Епифанов. События.